Game on. Всем привет, друзья, с вами ММА. Сегодня мы отправимся в дуэли. Посмотрим, какие пики там юзают, что играют. И сзади один товарищ будет сидеть, присматривать, чтобы никто, так сказать, не токсичил жестко. Поэтому, если что, пишите. Если вдруг увидите, что где-то это происходит, обязательно первоначально закидывайте лайк. Спасибо большое всем, кто поддерживает. Обязательно подписывайтесь на канал, у нас почти 2 миллиона 200 тысяч. Очень признательны всем, кто поддерживает. И еще моментик, если вдруг еще не подписаны на телегу, то стоит подписаться, потому что скоро будет конкурс. И обязательно мы его пройдем через теги. А также, если в магазинчике что-то хотите купить, но не знаете, где это сделать быстро, качественно, надежно, то, конечно, залетайте к нам в магазин. Все поможем, все подскажем, расскажем. Много товаров, много игр, поэтому залетайте. Окей, жалко, одинаковыми пиками нельзя играть, но давайте пойдем что-то рандомненькое. А потом будем копировать уже пики соперников. Кошаки, да? Ну, ждем кошаков просто каждую катку. Это же самое гениальное. А чё кошака жестко контрит? Я даже не знаю, но... Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас мы проверим. А, Эдгар. Эдгар, кошак. Самый скилловый пик, братан. Ты взял самый скилловый, что может быть. Еще и Шелли добавил. Ладно. Начинаются дуэли у нас весело. На-на-нам, на-на-нам. Уходи. Подлый трус, выходи. Ну, чел сейчас просто на коте полетит вперед. Ну, возможно, он это сделал даже с теньки, да. Блин, вот сейчас бы хилок под себя бы сзади как-то поставить. Интересно, я могу стрелять? Если кота не убьют, то мне ГГ. Ну, кот висящий перс, вообще бесполезный. В том плане, что просто не скучно играть на нем, тоже такой. Ам-ам-ам! Че, заморозка? Погоди! Ладно. Так, окей, Эдгар. Но я не буду в том стиле играть, как он играл. Ладно, давайте соберу и сразу, чтобы не терять время. Короче, расклад такой. Гаджеты не менял, ничего не менял. У меня даже, по-моему, аптечка стоит. Ну вот, здорово, здорово. Сту такой перс, конечно, что... Ему, конечно, не физить желательно, а то тара со стяжкой, это потом весело. Но мне пщит в идеале бы, да? Ту-ру-ту-ту-ту. Вот сейчас прыгать смысла нет, он просто назад отбежит, сожрет меня, карта открытая. Давайте сначала подожмем его. Я понял. Можно было вообще не поджимать, можно было просто не ждать. Окей, он на таре ульта. О, бро, ну ты, конечно, исполнил. Ладно, теперь побайте немного. И вот на Шелли, кстати, он заморозка меня будет перебить даже может. Ладно, мы его подскамим чуть. Подскамили сами себя. Ха-ха-ха.
Так, гиперзаряд почти накопил. Ой, братанчик! Ой, братанчик! Гиперзаряд даже не понадобился, но... Возможно, Шелли заморозка поинтереснее была, просто ульта килл и все. Окей, его пик с тутара. Килл, это старые тактики, кстати, вообще очень старые. Окей, здесь у нас уже будет... Нормальный у нее титул. Я даже не знаю, чей это титул. Не всеми силами на сту надо как-то накопить ульту. Пока что я не придумал, как это сделать. Все, накопил. Окей, Калет мы, в принципе, тоже можем покошмарить. На гаджет забать, может, еще что. Если он ульту на нас потратит, а у нас утар ульта останется, то ему хана. Но вот, слава богу, хэнк без мутации. Это было бы все весело. Ой, он еще поджегся. Походу, Дед Мороз сейчас всех заберет. Хотя хэнк сейчас, смотрите, просто на плюс В. Где он? А, вот он. Так, у него скорость, да? Но это хорошо, что не щит. Я бы его устал бы прибивать. Он дал этаж. Делает вид, что все, сдается. Но это заманушка. Кстати, играем 900+, прям все персы, так что... Не какие-то прям лоу. Ой-ой, гаджет пошел. Ой-ой, братанчик. Ну ладно, я не стал тратить, потому что он еще гаджет подрубил. Вот сейчас мы ждем. Ждем чудо. Ну, думаю, на геле уж точно, такому слить нельзя. Его просто обратно в дымок сразу, гаджетом закрыл домик и все, пусть сидит в дымуле. Так сказать, в газиках пусть сидит. Кто-то воздух подпортил, а он пусть сидит. Ну, это же явно не Ваня. Холодик. Ну все, его чертик просто. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Да. Но если бы даже он меня достал, вряд ли бы он успел бы добить. А вот его пиком сыграть сейчас будет крайне весело. На Пайпер запотеть придется. Ну тут рарка, ничего интересного. Я его даже скипнул по привычке. Чё-то мне кажется, что вот это будет первая лузовая гадка. О, блин, кошак. Ой, прима. Блин, если кошака смогу перебить, Калет и Арти может сожрать, и примыча. Блин, какой же противный мерзкий кот. Не, нельзя на сильно близко. Ладно, сейчас включим. Мемор. Посхитом ты тури. А, ты еще и ульту ждешь. Фига ты гений. Фига ты гений. Ты просто самый гениальный гений. Чел, с тени прыгай с ультой. Вот это скилл у тебя, братанчик. Ну, сейчас так же прыгнет. Там надежда, что пинг не подвел. Подхилится, собственно. Это просто жесть, это мусорная карточка. Ну и потому что я там проиграл что-то. Даже Лили смущается, а Бобус в шоке. Ну что ты творишь? Ну ты просто сидишь в кусту, подрубишь гаджет и сейчас прыгаешь ультой.
Какой же ты гений. А, не хватит. Чел, не позорься, смайлики не отправляй, ты играть не умеешь. Во всяком случае, по этой катке можно так однозначно сказать. Блин, меня может спасти. Да ничего не спасет, Эль Прима я никак не перебью. Ульта? Давай покажешь, а им покажешь мастер-класс, как ты стреляешь, братанчик. Пока только одну попал. Достал. Ну ладно. Забейте. Против кота вообще неинтересно было играть. Даже не хочется его пик брать. Ну, типа, на коте играть скучно. Давайте попробуем сыграть на этом пике еще раз. И, наверное, это будет ластовенько. Ну, надеюсь, сейчас опять кота не встретим. Хотя, в принципе, возможно. Хотя, Арти Прима тоже прикольно было бы. В принципе, каждый апать как хочет, я никого не осуждаю, но такой вот ап кубков явно не даст скилла. Ну, ты просто все, что ты делаешь, просто на коте прыгнул и все. От этого мастером игры не станешь. А так, каждый делает, что хочет. Ну, погнали, ладно. Эдгар, Эдгар, выходи. А где гаджет? Я же оттолкнул его, нет? Чё за бред? Я даже реплей потом посмотрю, но ладно. Миамор. Еще один топовый пик. Я вам сейчас одну интересную тему расскажу, которую я предлагал разрабам. Чел клоуна управляет, сидит за кустами, выйти боится. Почти, почти. Почти получилось, но чуть-чуть не хватило. Ну да, тут уже ладно, без шансов. Ну бывает, братанчик. Единственный клоун среди нас тут двоих, сам понимаешь, кто это, конечно, ты. Короче, я предлагал, вот ради таких гениев я предлагал. И, кстати, разработчикам не нравилось, что в дуэлях проблема в том, что слишком сушится катка. Никакого экшена, никакого актива, как бывает там. Ну, в том же нокауте, но там дымок, да, добавили? Они добавили в дуэли тоже. Что я предлагал? Я предлагал вот всем картам. Даже давайте вот так покажу. Ладно, там, наверное, бот мешаться будет, но просто покажу. Я предлагал вот такой вот вариант. Супер топовое решение. Если чел берет какого-то кошака или Эдгара и сидит за кустом, просто до каждой стенки добавить хитбокс. Ты даешь 5 тык, например, и этой стенки нету. Все, она сломалась. То есть у тебя есть и баррикада, но вещь ты за ней сидеть не можешь. Но разработчики не особо оценили мою идею и как бы, не знаю. Ничего не сказали на этот счет, но я думаю, это бы круто помогло. И тогда бы любые пики решали. Просто ты не будешь сидеть бесконечно, пока дым до конца не сучится, чтобы потом кинуть малю, какой ты крутой, затапал чела. Ну, поэтому будем на этом подводить итоги. С вами был ММА, надеюсь, вам эти дольки понравились. В общем, всем удачи и всем пока.